Ну а На сами литр. эти сменные-то херовины сколько стоят? Самой жидкости ты Да, имеешь в виду? жидкость, да. 400, 200, 50, 300 по-разному. И на сколько хватает? Как курить? Ну да, если ты куришь как паровоз, ты можешь и задницу хуячить. Нормально. Разводил, опять придумали. Для лохов. Не, ну как бы, если ты, допустим, курил жесткий табак, и ты, допустим, начинаешь курить шестерку или девятку, ну там есть 0 никотина, 3, 6, 9 и 12. Короче, ты накуришься с 4 тяг. Поэтому... Охуенно, когда ты не куришь, тебе поебать на всю эту хуйню. Ну да, да. Я там я тоже накурил, я просто ради кальяна купил. Ну, как кальян где-то. Ладно, давайте по игре. Давайте, 6-0, пацаны. Ну, опять эти куребяки. Это РОПК или что? Нет. У нас еще будет. Они в РОПК, да, если есть? Да. Да, с нами. Блять, лагает что-то. Давайте, может. Хорош. Хорош. Давно мы так не делали, молодцы. Неожиданный удар. На штрафную на угол вставайте. Не спеши, Гриш, погоди. Были, да, выходит. Да, не выходит. Не скидывай пока. Ладно же, жди. А уже вышли там все. Да. 1-0, скажи. Фух, ну забили. Они отдали удар Давиду. Скажи, салту кинули, вратарь свои забил. Скажите, Роген пенальти забил. Ну так вот продолжим. Но. Сколько ты тратишь в месяц на эту херню? Я просто купил штук 5-6 их. И потом покупал иногда, так я захочу. И то они у меня не все потратились, я все 2 или 3 полностью Давид, курил. Давид вина курит. О, Давида вина, да. Да? Мне жидкости на неделю хватает, это я 3 курю. Ну вот да. То есть на неделю 400 рублей? Не, ну вот я покупаю за 200 рублей эту жижу. За 200 рублей? Ну да, ее можно на самом деле 200-300, там разницы особо нет. Ее можно самому делать. 200-300, 100 рублей разница так-то, ребята. А за месяц это все 400. Не, я говорю про то, что можно самому эту жидкость сделать, на самом деле. Воды набрал обычной, да? Можно мед самому варить тоже. Чайный все пакетик. Можно самому. Ебать, чайный пакетик. Можно дом самому построить, представляете? Пух, мне кажется, пора стримить, как ты будешь делать жидкость для паровых штук. А она что, она электрическая? Или ну там она... батарейка, да, аккумуляторная. Не, меня прям бесит, особенно какой-нибудь кафе, кто-нибудь сидит и дымит, как паровоз. Под затылок мне хочется подойти и дать. Есть просто дрипка, которая столько дыма дает, что ты можешь там... Не, есть нормальные, которые не видно дыма, а есть, которые прям вообще пару раз видел. Ну да. Да? Без прикола, ты штуки дыма, вкусность. Это все. Ну, купи конфет себе разных. Хорош. Не, он дальнюю воду. Не-не-не. Ты в центре. Да я прикалываюсь, вы идетесь, блять. У кого игрока нет, на подбор идите. СЗ по игроку разбирают, цены на подбор. Переводи туда, правее. Хорошо. И вон Давид там можно пихнуть. Хорош, Давид. Давай, 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 давай. Пойдет. Нормально. Сейчас не спешим, передавай Санте. Давид, я в штрафной, полузащитники на подбор. ЦЗ еще. Давай ЦЗ какой-нибудь. Погоди, погоди, сейчас ЦЗ прибежит. Вов, иди, да, на дальнюю. Угу. И скидывай в центр. Давид, иди в центр, блядь. А, почти. Перепрыгнул меня. Лихонько. На угол штрафной. Я отойду в СЗ. СЗ, да, возвращайтесь в СЗ.
ЦЗ, возвращайтесь. Отбор. Хорош. Блин. Эх, почти. Сейчас ЦЗ придет, погоди, Дима, не спеши. Так же, давайте еще попробуем. Далековато, ёпт. Что за нах? Вышло. Крутить нажал просто, вот и все. Хорош. Хорош. Выиграть вверх. Сам пока сам. Ну, подсовываешь им. Пойдет. Ближний хороший. В одну точку там не открывается. Сейчас там два игрока в одном месте было. Так, счет так же. Давай на ближнюю. ЦЗ на ближнюю. Давид в центре. Давид в центре. Давай, подавай. Почти, почти центр. Давай подборы сразу же тоже, да. Грузи отсюда прям. Хорошо. Хорош. Пойдет. Ну что, читать на их половине. Давить. Держи чех твой. Играй с ним. Хорош. Пойдет. ЦЗ высоких разбирают. Сзади, ебать, там бежит. Кого из них взять? Черного? Да, держи черного, лучше ЦЗ пусть держит его. Серег, а ты возьми где-нибудь вот в отборе. О, вот, отлично. Блин, черного, возьми черного. Давид, слева назад, держи. Назад, вот опустите, того, да. Да, 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 да. Я вот этого возьму. Твой. Олег, хорош. Выходите из штрафной. Олег, чех. Не спи, да. Пойдет. Хорош. И можно ему туда вкладывать. Эх, посильнее будет. Хорош. Еще. Ай, блядь, не прошло. Ай, вот. Угу. Хорош. Так, так, мы так. Мы опять троим в одной точке. Ему дальше, 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 дальше. Еще, еще. Ломает. По флангу. Я пытался. Отжать надо было. Хорош, чех. По флангу. С ним же. Можно еще. Ух, хорош. Чего в центре никого нет? Чего там вот желтые и голубые в одном месте? Эх, ну да. Кнопку не нажал. Какие тебе выдавать еще? Хорошего. Центр, центр держите там, чтобы сейчас будет навес. А, нет. Пас был, да. Подсовывайте, там же игрок откроет его. Поточнее выходим. Пожалуйста, всегда готов отдать точный пас. Сейчас побежали пошире. Шире, наоборот, куда вы? В центр. Давид, Давид, зачем? Давид, фланг, не надо, там центр и так лезет. Хорош. Хорош, хорош. Давай, давай, давай. User entered your channel. Здорово. О, здорово. Ну почти успел.
уже в целку играть? Ну, мы фастарс пока. А сайт, может, выйдем, нет? Хорош, Олег. Олег, можно справа? Почти. Хорош. Ой, блин, хорошо. Давидовс. Выиграть вверх. Ничего, ничего. Касание, хорошо. Ой, отлично. Хорош, Гриша. Хорош. Набивай. Блин, хорош. Это изи. УЗИ, да. УЗИ почки. Теперь кулебяк надо продать почку, чтобы забить. Сейчас защита получше сработает, она сейчас победит. Кулебяк ничего. На фастарт сыграет? Да, тоже. Потом еще играем на ПК, да? На угол будет, наверное. На дальнее сейчас будет. Скорее всего. Пух, мы с тобой тогда чуть правее. Под удар там все закрывается, эти точки. Давид, чуть ниже, чтобы если что, в атаку убежать, чтобы офсайда не было. Все штрафное будет. На нашей половине. Вот тут. Держи его, Давид. Я здесь, в центре. Эх, помешал вроде же. Я заблочил. Вот вы все должны там закрывать, блядь, почему-то никого не было вообще. Как мог. Так, кого из них-то, блядь? Вон, ближе не вижу, вот это мой высокий. Я говорю, не я. Ух, встань это... нормально на штанге. Снял одного. Блядь, не дошло. Вынос, вынос, вынос. Сейчас бы залетело, потому что там защитника центрального не привязало, и я стоял в полпозиции сзади вообще. Повезло сейчас. Давай на край. Вниже, ниже. Олег, погоди, не спеши тоже. О, блядь, хорошо получилось. Хорош. Блин, попал, успел нажать. Где мои финты? На большом каретном. Так, что у нас там по статистике-то? Завершенные пасы. Когда я успел не точно дать, ну ладно. Обводка даже одна успешна. Успешных одного, да, она успешная. Успешная двух один из одного, ёбка, бля. Как обычно, побольше бы побить, а так все хорошо. Ну я просто еще два забить и попробовать. Не, давайте, соберитесь. Давид. Хорош. Пойдет. Пойдет, хорошо. Тащи, тащи, Гриша, пока тащи. Хорошо. Вот еще бы в центр радовало было бы. Я в центр отдавал, знаешь, валя. Зулс, побыстрей. Офсайд. Давай к краю сюда, Давид, чуть-чуть левее. На Давида. Лево, встань прямо у офсайда. Да-да, я и говорю.
почти Давид. Можно вперед просто. Да это просто, блядь, зажалось что-то. Волнуйтесь. Думаете, я что-то. Без страданий, неправда. Хорош. Хорош, пух. Вот с ним. Или вот справа я один был. Шире, шире. Всему прикроем его. Хорош. Можно. Хорош. Шире, шире, шире. Диман, вон центр. Где мяч-то дай? Чё за пидоры, блядь? Хорош, Серёг. Со мной же еще раз. Можно еще. Блядь, чё так слабо. Пойдет. Пойдет. Так, ЦЗ я и форвард. Блять. Бегу. Погоди, пойди, Давид, центр. Во, встань вообще туда. Смотреть. Встань просто, встань на точку. Вот так вот, да. Во. Должен выиграть. Да, выиграл только, блять, отскок. Ну, сейчас перед ним надо вставать. Назад, беги, назад, назад. Иду, иду, ну не бежит. Шком идет, блять. Сильно закидывать будет, наверное. Наверное, точно. Сейчас они раскрываться начнут ближе к 70-й. Пух сверху, на грудь. Вперед, пух, просто, да, попроще. Хорошо. Блин, сильно. Опа, давай, 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 Дима. Да, ёпта. Серёга, пусть вместе. Да. Сам споткнулся, наверное. Так вот. Блин, я не вижу этого. Надо, надо просто пасом. Да, надо, по-моему. Давай, 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 давай. Хорош, Зулс. Хорош. Эх, чуть-чуть бы раньше. Ай-яй. Сожрайте его. Хорош, человек, хорош. Олег, погоди. Только сил вообще нет, надо отдышаться немножко. Ладно. Борду опускайте, чтобы они не вот так вот просто не бегали. Вынос, 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 хорошо. Когда у них ЦПшник идет, прям прессингуйте сзади, похуй там, пусть, чтобы он ошибался. Приводи, да, другой, еще. Хорошо. Отлично. Здесь, конечно, лишний пас был. Да, это был по ЦП, почему-то тройка потянул. Что там, нарушение? Ну, сейчас они открываться будут, сейчас на контре можно их поймать будет. Стайпа. На красного. Прям кауту встань, Давид. Давид кауту, прям кауту, кауту. Хорошо. Эх, Зулус, проспал. Давайте. Мощным пасом с РБ.
Так поворотом бы ебанули, неожиданно ближний. Офсайд делайте резко там. Да делаю. С вынос. Ах, пустили. Блядь. Пустили. Один-один? Да. О, блин, чё ж сразу-то не дал? Ой, хорошо. Ай, не дал. Пойдет. Слева, блин. Давид, их не. Бля, нормально. Давай, хорош. Машина. По стенке. Кто там оранжевый? Хорош. Бля, да что ж ты, не наш. Хорош. Последняя 4 минуты. Давай, Эли, гуляй. Ох, блин, почти. Не спеши ты. Да, вот это вот, конечно, обрезочка. Чё там? Там сайт. Наша последняя атака. На красненького. Да подождите, блин. Слабо. Ой, блядь. Хорошо. Давай так же. Больше в штрафной забивать рекорд. На, блядь. Грузи, там ЦЗшник должен быть. Пытался. В целом неплохо, но все-таки надо было, конечно, выигрывать.